В отсутствие денежных средств на оплату указанных работ без размещения заказов в виде проведения аукциона на право заключить контракт без заключения дополнительных соглашений на их проведение, без технического задания, локальных сметных расчетов, в отсутствие согласования данных документов, в отсутствие надлежащего контроля, фактически вся документация по исполнению данного договора была сфальсифицирована задним числом для предоставления в суд. Финансирование ремонта, произведенного ремонта, обсуждалось в течение года на разных собраниях Думы. Эта сумма, заложенная на компенсацию затрат в бюджете, присутствовала в течение более года. Тем не менее, пытаются обвинение это предъявить. Да, действительно, я вот этот набор слов на русском языке, который на 13 листах здесь указан, вместе со знаками препинания, я их понимаю. Вот. Но я также понимаю, что этот набор слов, значит, он, основное предназначение этого только одно, чтобы хотя бы что-то мне предъявить, участвуя в этой вот кампании по борьбе с коррупцией. Больше другого я говорить не буду.